В Москве в районе Химок сегодня ночью произошел пожар в торговом центре. Местные жители слышали мощные взрывы. Пожаром охвачено более 17 тысяч квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших на данный момент отсутствует. В здании Оби произошел сильный взрыв, впоследствии чего здание полностью разрушилось. Существует угроза перехода пожара на торговый центр Мега Химки. Следствие уверено, что это умышленный поджог. Один из очевидцев видел, как неизвестный летательный объект прилетел на крышу торгового центра. Его слова сейчас проверяют. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали летательный объект. Следствие разрабатывает версию диверсионной группы. Полиция несет службу в особом режиме. Все важные объекты взяты под усиленную охрану. Не исключены новые поджоги. Также сегодня в России вспыхнул еще один пожар. Возгорание произошло на стратегическом объекте. Следствие считает, что это поджог. В Барнауле полыхает огонь на шинном заводе. Площадь возгорания около 1000 квадратных метров. Местные жители сообщают, город находится в едком дыму. Все, кто имел возможность, выехали, другие жители стараются дышать через влажное полотенце. Завод производил шины для военной техники и имел стратегическое значение для России.